В бухгалтерии бежевые обои, в отделе дизайна белая краска. Именно такая цветовая гамма наиболее влияет на продуктивность. Соликамцы, какой у вас цветовой интерьер на рабочем месте? В однотонном, нейтральном, чтобы ничего не отвлекало. А вот однотонный может быть черный, а может быть синий, а может быть бежевый? Выбрала бы бежевый, либо может быть голубой, но не темный. Мне комфортно работать в темноте, когда меня никто не трогает. Но чтобы это был не яркий цвет, не красный, не зеленый, не желтый. В белом. Почему? Люблю светлое. Жизнь так черно-белая фотография, но чтобы она была светлая. Ну, мне комфортнее работать в интерьере, когда пастельные тона. Да, это, конечно, успокаивает, может быть, и когда яркие цвета, больше творчества можно применить. Но в моей профессии удобнее работать, когда все спокойно. Ну, либо в цвете морской волны, либо что-то ближе к оттенкам синего вот такого вот. Такие цвета, мне кажется, больше всего способствуют для творческой фантазии, творческого ума и полета мыслей. Добавлю, наименее удачными для продуктивной работы цвета офисные сотрудники назвали черный, синий, желтый, красный и оранжевый.